Мне дадут задание свипануть человека как можно быстрее. И я буду пользоваться вот именно вот этими свипами, которые сегодня мы рассматриваем. Вот у нас тема сегодня простые свипы. В чем плюс вот этих всех свипов? Они делаются быстро. То есть, если вы проигрываете там одно преимущество, два преимущества, один балл, два балла, вы можете вырваться вперед или сравнять схватку за, ну, небольшое количество времени. Потому что, например, работа в вормгарде, там, в лассо разных, вам потребуется время, во-первых, чтобы этот гард взять, а во-вторых, вам потребуется время, чтобы человек вывести из равновесия. В свипах, которые мы сегодня посмотрим, нам требуется максимум 10 секунд, чтобы их выполнить. Соответственно, за 30 секунд до конца схватки мы можем их там засетапить и в итоге сделать. До конца идет. Во. Мы взяли захват, дергаем. Можем раз дернуть, можем два дернуть. Вот в такой ситуации, на самом деле, белые-синие пояса, я уверен, проводят очень много. Ну, цветные тоже, но чуть меньше, конечно. Оп. 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 Пока вам судья балла не показал, держите две ноги его. Для меня этот свип эффективнее, когда я там, ну, ползу на него, а не впрыгиваю. Раз, два. Можно было назвать, как быстро забрать два балла. Но тогда пришлось показывать бой стойку. А стойку я, как сказать, я себя уверенно чувствую, но я просто понимаю, что есть очень много людей, которые лучше меня ее покажут. Поэтому не показываю ее.